Только что приземлился. Дай-ка мне посмотреть на него еще раз. Зачем? Сколько в тебя влезает еды, все жрешь и жрешь. Ну что, тебе трудно, что ли? Возьми вон там, в бардачке. Да не верти ты башкой, он все равно не придет. Да я в курсе, но мало ли. Без вариантов. Плохо ты его знаешь. Да я до прошлой пятницы вообще о нем ничего не слышал. Ха-ха. Молодой ты еще, Вася. Это, брат ты мой, это легенда. Кто у них там еще сверху остался? Менты, распальцовщики, бывшие спортсмены, комсомольцы, шваль одна. А это, брат ты мой, легенда. Это артист. В смысле? А в том смысле, что трехнутый. А вот и наши коллеги. Дали куража одного жил. Коллеги наши. Что? Коллеги, говорю, из местных. А, ну и хрен с ними. Да? Хрен. Мы его женщин допасем до гостиницы. Дождемся, пока он позвонит. Запилингуем телефон, а они придут на все готовенькое. Здрасте. Не возьмут его. Вот хорошо бы. Я не знаю, как тебе, а мне лишняя звездочка не помешала бы. Где я? На могиле? Типун тебе. Еще лучше было бы, чтобы кто-нибудь из своих его грохнул. Нам-то ведь информацию о том, что он здесь где-то в Израиловке, мальцевские слили. Если бы они его и ухайдокали, был бы самый правильный вариант. А то возьмем его, а он наймет себе адвоката какого-нибудь Яков Моисеевича Могиля. И отмажется. А у братвы все конкретно. У них на этот случай свой Могиль имеется. Могиль – это кличка? Могиль, Вася, это тот, кто отрезает лишнее. Не масляный, а русский. Не нравятся мне эти русские. С каких это пор ты стал русофобом? У меня нет никаких претензий ни к русским, ни к американцам, ни к немцам, ни к китайцам, когда они приезжают как туристы и оставляют свои деньги в этой стране. Это же прекрасная страна. Наслаждайся. Но когда приезжают русские полицейские, Господь создал эту землю, чтобы жить на ней, а не умирать из-за каких-то русских разборок. Нам хватает собственных проблем. Но я читал ориентировку. Человек, которого ищут русские, очень крупный мафиози. Он украл много денег, убил какого-то немца. Потом журналиста. Четырех. Что? Каждый день он приканчивает человека или двух. На завтрак одного, на ужин одного или двух. Правда? Да. Ты прав, он очень опасен. На него работает Коза Ностра, Якудза и Саддам Хусейн. Когда мы сюда ехали, видел на рейде военный корабль? Его прислали, чтобы помочь нам задержать его. Ладно, я шучу, не обижайся. Я 10 лет занимался боксом. Представляешь, что происходит с человеком, если столько времени каждый день его молотят по башке кулаками? Ладно, давай серьезно. Дуй сейчас на паспортный контроль. Проверь, все ли в порядке. Добрый день. Откройте, пожалуйста, сумку. А зачем? У меня замочек слабенький. Я сломается. Где я его починю? Откройте, пожалуйста. Нас интересует ваша банка. А что банка? Банка как банка. Ничего интересного в ней нет. А что там у вас? Как что? Маешь бутох от санкционов. Мука. Мука? Для чего там мука? Для теста. Я же не знаю, как у вас тут с хлебом. У нас как-то хлебозавод сломался, так целую неделю приходилось ездить на другой конец города. Так, так. За буханкой в одни руки. Я уж своим говорила, когда мы сюда летели. Не знаю, наши поняли. Не трогайте. А чего вы трогаете? Вы что туда руками лезете? Чего? Скажите. Кэмах.
Так, вытащите, пожалуйста, вещи. А что мне выкладывать? Да ничего мне выкладывать. Вы не волнуйтесь. А что я волнуюсь? Хорошенькое дело. Ну, давайте своими выручим, а? Давайте выручим. Так, руки вверх кто? Поднимите. И эту вторую тоже. Я Тареме, я Тареме. Вы руки вверх поднимите, правую, правую. Пока немало. Вот. Ну, поднимайте, гражданочка. Сирхом, маза? Что это? Это водка. Батохля водка. Зачем вы это прятали? Я знаю. Слушайте, пойдемте, пожалуйста, со мной вон в ту комнату. Хорошо. Где ваш шеф? Можно поговорить с ним? Я провожу вас. Сейчас бы кваску холодненького, да в речку. У меня у бабки деревня, ну не деревня, поселок, Кукобой, под Ярославлем. А там речка. Иди ты, Вася, со своим Кукобой, вон они идут наконец. И глаз да глаз, аккуратнее, аккуратнее. Ну. Вот хлопчики стоят, сейчас у них спросим. Хлопчики дорогие, граждане иностранцы, таксистами будете? Нет? А? Ну, спрашиваю, таксисты вы или нет? Ну, такси вы или не такси, а? Найн. Ну, так где же такси, господи? Боже мой, хлопчики. Хлопчики, ну, помогите женщине. Тетя, ну, неудобно. Постой, неудобно. Я сама знаю, что делаю. Помогите, хлопчики. Ну? А! Что случилось? Почему так долго? Были проблемы. Пришлось поговорить с пограничниками, чтобы они пропустили их без досмотра. Ну что я тебе говорила? Эти иностранцы всегда такие вежливые. Узнайте, пожалуйста, когда прибывает самолет из России. Я узнаю. Кто это? Чья это собака? Какая собака? Хотите стриптиз в номер? Вы чего-то боитесь? Может быть, меня? Я трипера боюсь. Вы просили узнать. Ваш самолет приземлился полчаса назад. Тоже мне гений среди удобрений. Ну что ты? Мясо там чё, шевели. Давай кушай. Барон, я вам популярно объясняю. Мне ваши воровские понятия до груза. У нас свои понятки, свой общак. Я тебя не трогаю, но и ты на мою территорию не лезь. А он упертый гад бычара. Говорит, у меня малява для всех правильных людей. Я сюда смотрящим назначен. На сходе решили всем платить. А кто из братвы против пойдет, тех вне закона обедут. Тех, говорит, будут мочить, как сучек. Что скажешь, барон? У тебя малява с собой? М?
Что скажешь? Скажу, что не шутят они словно. И что делать? Я отмазался. Сказал, что типа надо с братвой перетереть. Но время вышло. Пора стрелку забивать. Верно. Будешь тянуть, либо на стрелку не выйдешь. Могут запросто на ножи поставить. Кого? Меня? Да имел я всех промеж рогов. Значит, говоришь, на стрелку надо идти, да? Ну, если решил платить, то тогда иди. А если нет? Тогда ты можешь там пулю поймать. Здорово у тебя получается, барон. Пойдешь на стрелку, не пойдешь. Все одна жопа. А от меня ты чего хочешь, слон? Ты же у нас в авторитете. Ну, все такое. Хочу я, чтоб ты с этим хреном с горы побазарил. Ну, что не прав он. Не послушают они меня, слон. Это я тебе заранее обещаю. Тогда так. Посиди со мной для весу. А я сам с ними побазарю. А если нет, перемочу всех в срагу. Война будет, слон. Не боишься? Да имею я их. У меня в каждой бригаде по 15 стволов. Ну, а на зону уйдешь. Там-то они мазу крепко держат. А кто меня туда отправит? Менты всего округа меня с рук кушают. Ну, тебе решать. Ну, так что скажешь, барон? Мы вроде с тобой всегда ладили. Сегодня на меня наехали. Завтра на тебя. Ты сходишь со мной на стрелку? Схожу. Почему не сходить? Вот и лады. А я придумаю что-нибудь. Чтобы, ежели чего не так, ни одна сука оттуда живой не уйдет. Ты что не кушаешь, барон? Я сыт. Тетя Этель, я пойду прогуляюсь. Куда прогуляюсь? Он сказал сидеть и ждать звонка. Да он раньше 5 все равно не позвонит. А я быстро, к морю и обратно. Оно совсем рядом. Давай лучше покушаем. Колбаскина режем. Да не могу я есть.
Сидеть и ждать не могу. Я быстро. Паспорт возьми. Да паспорт-то зачем? Если кто-то спросит, скажешь, приехала смотреть достопримечательности. Едут! Фуня, гляди в оба. Стрелка может поменяться. Джанго. Пойдем покалякаем. В ногах правды нету. Что было, аж и не было. Предлагаю всем стволы сдать. Чисто.
Монгол? Ну чего? Давай покалякаем. Ты с кем говоришь, Сявка? Привык операторов ларёчных мясом своим накачанным пугать. А я-то уже много лет пуганый. Значит, базар у нас с тобой не получится. Я тебе неделю назад все сказал. А если мне все твои рассказы по уху? Найду способ заставить тебя и твоих спортсменов закон уважать. Да хрена ли ты заедаешься, падла? Да я всю вашу блатную шушеру раком на раз поставлю. И отымею 8 раз промеж рогов. Крови хочешь? Будет тебе кровь. Будет? Что, тварь? Что ты теперь скажешь? Кончилось время дружков твоих синих. Просекаешь, падла? Суки, замочу всех, падла, и стоять, голые! Атас, слона замочили! Я думал, ты меня не узнал. Тащите его в машину! Джанго! Давайте быстро. Давайте. Джанго, дай волынку. Как зовут? Павлик, ты только не убивайте меня, дяденька. Монгол, ты проводи Гена. Мне с человеком глазу на глаз поговорить надо. Ваня, ты слушай и молчи.
Судя по всему, на этот раз мне не выкарабкаться. О делах я тебе одно скажу. Ты на правильной стороне стоишь. И у достойных людей ты в большом авторитете. Теперь слушай. Я за свою жизнь скопил кое-что. Деньжата, немного металла, камешки. Там много. Тебе хватит. Не то говоришь, Ваня. Ты слушай. Ты не перебивай. Я перед совестью своей чист. Жил, как сам себе выбрал. Но законов наших никогда не нарушал. Семьи у меня не было. Но все же двух женщин у меня пацаны остались. Оба в детдоме сейчас. Там в серванте, в ящике конверт. Монгол тебе покажет. Ты монгола не бросай. Он надежный. Он за лишний кусок на стороне не скурится. Обещай мне, что пацанов моих на ноги поставишь. Ты денег на них не жалей. Дай им все, что сможешь. Пусть они будут счастливее нас. А сейчас иди. Я посплю. После договорим. Вы понимаете, что этот вопрос решить не так просто. Чтобы установить ваше родство, понадобятся справки. Они у меня есть. И потом, не только я решаю вопрос об усыновлении. Существует комиссия РАНО. Я в курсе. Конечно, в последнее время к подобным вещам относятся менее формально. Я согласен. Вы производите впечатление достаточно серьезного человека. Но видите ли, главный вопрос заключается в том, сможете ли вы полноценно обеспечить будущее наших воспитанников. Я смогу, уважаемая. Я все смогу. Будем знакомиться. Значит, ты Сергей, а ты Алексей. Нет, я Алексей. А я Сергей. А меня зовут Барон. Ну, садитесь в машину, мальчики. Давайте, садитесь, садитесь.
Бедный пес. У тебя всегда был нюх. На чем же они тебя подловили, а? Море. Наташа? Да. Понимаю. Наверное, у тебя не было другого выхода. От этих баб всегда одни неприятности. Чего ты молчишь? Как я сразу не понял. У тебя за щекой бритва. Я ведь сам тебя когда-то этому научил. Или все-таки ствол? А? Мора. Духота. Как они вообще здесь живут? Живут, хлеб жуют. Во как живут. Ага. Может, он не позвонит? Может, его кто-нибудь предупредил, что мы его тут пасем? Позвонит.
Куда он денется? Алиф-1, Алиф-1. Алиф-1, я первый. Что с девчонкой? Ничего, гуляет по берегу. Есть, есть сигнал. Алиф-1, Алиф-1, я первый. Есть сигнал. Бросай девчонку и срочно дуй в гостиницу. Быстро, быстро в гостиницу. Если мы его упустили, он появится в гостинице. Будь осторожен. Только без самодеятельности. Он вооружен. Вооружен и очень опасен. Прием. Есть, шеф. Поехали. Здравствуйте, мои родные. Это ты, Йося? Если бы вы только знали, как я ждал вас, как я по вас соскучился. А теперь, Этель, передай трубку Оксане. Я хочу говорить только с ней. Йося. Родной мой. Первый пост просит помощи. Первый пост просит помощи. Сигнал поступил из района пустующих вилл на берегу. Прием. Полегче. Не бздевайся. Вот сейчас на трассу выскочим, там можно и стрелочку положить. Стой, это русские. Как я искал тебя всю жизнь. Я был уверен, что все у нас с тобой получится. Но, видно, не судьба. Прости, что я встретил тебя слишком поздно. Я уверен, что ты еще найдешь свое счастье. Прости меня и прощай. Я хочу, чтобы ты знала одно. Я очень любил тебя. Дорогая, милая моя девочка. Целую тебя нежно. А ты поцелуй за меня, Этель. Смотри. Перекрой вход. Пошли. Похоже, Вася, он далеко от нас не ушел. Этот человек не проходил в 208-й? Нет. Ты уверена? Уверена, я была здесь, не отлучалась. Спасибо.
Оксана, это ты? Ясик. Откройте дверь. Это полиция. Откройте дверь. Откройте. Откройте дверь. Это полиция. Откройте дверь. Это полиция. Откройте дверь, повторяю. Это полиция, я ломаю дверь. Отец.